Я решил заработать и приехал на юг, и в Шипси беззаботно предложили мне вдруг в их кафе поработать. Нужен им музыкант, Фарида там хозяйка, а хозяин Анвар. Мне сказали: работай, мы честнейший народ, никогда не обманем музыкантам почет. Через год все заплатим, а сейчас денег нет. На закупки все тратим, начинай же концерт. Посети Шипси, у Фариды друг. Посмотри вокруг, хитро как плетут, очень тонко врут. Посети кафе у Фариды друг. Осмотрись вокруг, осмотрись вокруг, что ты сделал, друг. Целый год отработал и собрался домой, но Анвар мне ответил: денег нет, дорогой. Что в карман мой упало, то по праву мое. Для тебя денег нету, ты работай все. Не ногой в Шипси, брат, ты да будет так, я тебе не враг, не трудись за так. Не ногой в кафе у Фариды, брат, и да будет так, я тебе не враг, не трудись за так. Всем музыкантам, брат, что бывает так, у Фариды так, у Анвара так. Не ногой в кафе у Фариды, брат, не трудись за так, и да будет так, и да будет так.